Всем привет! Я вас приветствую на канале Сергея Шпака. Как вы видите, я не Сергей. Сергей поза камеры. Он сейчас смеется, да? Я, наверное, что-то не так сказал. Нет? Надо далее. Говори далее. Окей. Сегодня мы будем делать видеообзор подлокотника. Для тату. Подлокотника для тату. На английском это называется armrest. Там что-то такое мы смотрели там в интернете. Armrest говорит, что это подлокотник. Подлокотник для тату. Сделал я его как бы сам, да. Нижняя часть взята из диска от Жигуля, от машины. Вырезанная, и вот сделана такая подставка. Подставка наш такая типа широкая, чтобы он как бы не болталась. Вот сама вот эта конструкция. Потом все очень просто. Это простая труба. В нее входит другая труба, чуть меньше по диаметру, чтобы оно вот так поднималось и опускалось. Потом здесь механизм, сейчас вам покажу, который зажимает вот это все. Да? Мой телефон. Механизм, который это зажимает. Вот так мы подняли, мы это дело все зажали. И оно больше не хочет. Оно стоит на определенной, на нужной нам высоте. Так. Тут еще интересный механизм, который сделан из звездочки от велосипеда, от куска звездочки от велосипеда. Механизм этот нужен для того, чтобы вот так вот наклонять нашу подставку. Вправо, влево, там, например, клиент стоит. Я сейчас в роли клиента, да, клиент вот так стоит, руку кладет. Вот так. Тут у нее тоже здесь есть так бы такой вот фиксатор, крепление, который мы вот это все дело так фиксируем в нужной нам позиции. Упомяни, что вот эти зубья, они не задействованы. Ага, окей. Оно да. Просто прижимает. Да, вот эти зубчики от звездочки, они никак типа в этом, в работе, в этого механизма не задействованы. Они просто так, короче. Да, они, вот этот механизм тут позажимает вот это. Звездочки, типа зубцы никак не задействованы. Что еще сказать? Сама вот эта поверхность, это простой кожезаменитель. Там, который вы можете купить в любом магазине, там, сделай сам, что-то такое, да, эпицентр, не знаю. Ну, она хорошо заматывается пищевой пленкой и... Да, она хорошо заматывается пищевой пленкой и, ну, вообще-то, круто, так можно сказать, да. Сейчас мы попробуем эти все детали показать поближе. Да. Я поднесу фотоаппарат. Да, что еще? Под этой, типа, крутой кожезаменитель, да? Поролон. Простой поролон. Нет, там... очень крутой поролон. Высокого качества. Очень высококачественный, супер-мега для тату поролон. Алло? Что вам еще рассказать? Вот поролон. Поролон простой, там есть разная там, толщина поролона. Я выбрал толщину в 3 см. Там было больше, было 5, ну я думал, что это будет немного, как бы, очень много, 5, ну, очень толстый будет. Что еще? Это все мы закрепили вот такими вот заклепками. Вот эта вот кожа такая, да, она закреплена такими кожаными, такими железными, так бы, гвоздиками. И вот это можно найти в любом там мебельном магазине, в том же строительном и так далее. Ну, как сказать, все очень просто, все очень и работает. Привет. Все рассказал? Чекай. Вроде бы все рассказал, да. Поролоны сказал, про все остальное сказал. Да. Все. Показываем ближе? Показываем ближе. Олег, включи свет, пожалуйста.
звук такой, потому что я еду на своем стуле. Профессиональном стуле. Поднять? Не, давай я покажу, короче, этот диск. Да, Жигули. Вот Жигули, да? Вот Жигули, точно. О, покажи снизу, короче, а, эту снизу. Тему, там да, подкладку. Снизу там приваренные такие штучки, чтобы оно лучше подержи. Балансировалось, как бы, да, нашло свое место. А что там за накладки, короче? Мягкие. Это, типа, чтобы не царапать. Из чего они? Подлогу. Это пластмасс. Ставь. Пластмасс или вот в мебельном можно найти вот это, чтобы под стульчики ставить. Короче, я понял. Давай теперь вот это среднее крепление, там труба среднее в трубу. Среднее крепление, вот это, да. Здесь труба разрезана вот так и так, чтобы мы могли вот это зажимать. Ага, ну да, чтобы оно сжималось. А ну еще раз. Да. Еще вот сейчас тут, покажи, Сереж. Вот тут разрезано и тут. Подожди. Вот фокус поймал, все. Тут, а? И тут, а. А теперь прокрути ее. Не-не, полностью, так. Нижнюю трубу. А. Чтобы видно, где там разрез этот заканчивается. А, вот, и другую сторону. Типа не полностью, пол трубы разрезан. Еще? Еще. Все, видно. Можешь показать вот эту звездочку, да? Ну. Выше подними. Выше подними. Техничные накладки. Что она не поднимет? О, все, есть. Вот так. Подняли, зажали. И все. Не, не все. Вот сейчас все. Здесь тоже зажали. И все. Теперь поверни ее вот так. Вот так, да? Да, чтобы там было видно. Здесь? Да. Короче, так. И подними теперь вот эту крышку, подними снизу, сейчас, покажи. Типа... Да-да, открути звёздочку. Ага. Так? Да. Вот так. Короче, такой себе. Сделай сам. Легко и круто. Опускай. Сказать, я бы тебя на стульчике бы отвел, так хотел с эффектом. Давай сейчас попробуем. Все, прощаться надо? Да. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Извините, если что там не так сказал, там забыл. До скорой встречи. Всем пока.